Если возникает ситуация с ограничением или запретом регистрационных действий с недвижимостью, необходимо обратиться в Росреестр. На портал федеральной структуры эта информация попадает от разных ведомств – налоговой, судебных приставов, полиции, органов следствия. Наказание российских АЗС за недолив топлива отложат. Правительство вернуло в Минпромторг законопроект о штрафах за обман на заправках. Предполагается, что они будут включены в новую редакцию КоАП. Ведомство занимается разработкой этих поправок. За неделю на Ямале цена на гречневую крупу подскочила в среднем на 2 рубля, стоимость продукта достигла почти 83 рублей. Недавно в России анонсировали очередной рост цен за гречневую крупу. Причина подорожания – дефицит ее предложения на оптовом рынке. Отмечается, что сельхозпроизводители снижали площади посева гречихи из-за низких цен на нее.